Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что парламентарий примет во втором чтении законопроект о продаже земельных участков государственной и коммуникабельной собственности или прав на них через электронный аукцион на следующей пленарной неделе. Об этом спикер сказал в прямом эфире телеканала «Украина». Я надеюсь, что на следующей пленарной неделе парламент сможет доработать этот законопроект. Это второе чтение. Далее все будет зависеть от технических вопросов, подписания его президентом и опубликация. Задержки за Верховной Радой не будет, сказал Разумков. Как известно, соответствующий проект закона номер 2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммуникабельной собственности или права на них через электронные аукционы является вторым в перечне земельных законопроектов для рассмотрения на этой сессии. Он предусматривает введение обязанной продажи земельных участков государственной и коммуникабельной собственности или прав на них через электронный аукцион. В первом чтении законопроект приняли 14 ноября 2019 года.